19 сентября в Славутиче вживую пройдет марафон и забеги на 5 и 10 километров. Да, наш 31-й уже пробег памяти героев Чернобыля будет. Мы вынуждены были отменить, перенести эти соревнования с 11 апреля. И по многочисленным просьбам спортсменов, любителей бега, мы делаем этот пробег вживую. Потому что за время карантина все устали от онлайн-пробегов и хотят вживую пробежать у нас. Но ковид все равно подействовал, да? Вот какие-то ограничения? Да, безусловно, мы будем придерживаться санитарных ограничений, которые рекомендованы Минздравом. Это и ношение масок в помещениях обязательно при регистрации. Это и будет выделена стартовая зона, чтобы ни спортсмены, ни болельщики не заходили за это ограждение. Это будет старт волнами по 50 человек примерно спортсменов в каждой волне. Но это не скажется на фиксацию результатов, потому что у нас будет, как и в прошлом году, применена чиповая система, которая автоматически будет фиксировать пересечение линии старта и финиша. В основной регистрации, когда достигли лимита 200 участников, мы вынуждены были ее закрыть, но опять же было очень много звонков. И сегодня открыта дополнительная регистрация до 13 сентября, это воскресенье, до 23:00. Но там отличие от основной регистрации, что здесь не предусмотрены медали финишеров. Ну, соответственно, стартовый взнос он будет меньше, чем в основной регистрации. Стартовый взнос для дополнительной регистрации. Взрослые старше 16 лет – 150 гривен. Пенсионеры по возрасту, участники ЛПА, ЧС второй категории – 90 гривен. Дети до 14 лет включительно и участники ЛПА, ЧС первой категории – 40 гривен. Возвращение стартового взноса при дополнительной регистрации не предусматривается. В стартовый взнос при дополнительной регистрации включено стартовый номер, чип для электронной регистрации результата, СМС-сообщение о результате и электронный диплом. Пункты гидратации через 5 километров и на финише. Еще раз обращаем ваше внимание, что дополнительная электронная регистрация участников происходит на сайте «Все пробеги» до 23:00 13 сентября. Эта регистрация идет на сайте «Все пробеги». И смотрите за новостями, за обсуждением в Фейсбуке, на страничке нашего мероприятия. А выдача стартовых номеров осуществляется 18 сентября с 2 до 19:00 или 19 сентября с 8 до 10:00 в Доме культуры «Энергия». Все участники забегов на 5 и 10 километров будут разбиты по возрастам для женщин и мужчин на 13 групп. На дистанции полумарафона также все участники, и мужчины, и женщины, будут разбиты по возрастам на 13 групп. И обращаем внимание, автолюбители. Я бы хотел, чтобы наши жители города, гости, которые пользуются автомобилями, имели в виду, что с 9 утра до 13:30 будет перекрыта часть проспекта Дружбы народов до выезда из АТБ, а с 10 утра и до 13:30 будет перекрыто движение по проспекту Дружбы народов, улицы Героев Днепра до поворота на Микшуновку. И в финале контакты, если что-то непонятно.